Ваше Высокопреосвященство, Высокопреосвященнейший Владыка Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский, мы все рады приветствовать вас на древней Владимирской земле в стенах Свято-Успенского кафедрального собора. Вы, по примеру святых апостолов, покинули любезный Новосибирский удел и пришли в эту сторону, чтобы восприять архипастырский амафор, стать отцом для нас, вашей Владимиро-Суздальской паствы. Склоняем сердца и спрашиваем ваших святительских молитв и благословения, чтобы под вашим водительством трудиться на благо народа Божьего. Во славу Святой Православной Церкви Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Испола эти деспота. Спасибо, Господи. Прошу святых молитв. Боже, очисти нас грешных. Боже, очисти нас грешных. Царю небесный, утешителю души истинной, и же везде сии вся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Слава Вышних Богу и на земли мир, в человеце благоволение. Слава Вышних Богу и на земли мир, в человеце благоволение. Господи, устне наше отверзиши, и уста наше возвестят хвалу. Время сотворите, Господи. Благословен Бог наш, Святаний Владыка, и во веки. Помолись о нас. Да исправит Господь стопы ваши. Да поминет вас Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господи, исполни с нас, дай
небесе Боже виждь, и посети виноград сей, и утверди и его же насади, десница твоя.